Миллион, Артур, миллион! Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно взять себе чай, печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. Ну, это пойдет. Ну что, неправильно сказала? Нет. Почему? Ну, потому что ты сказала, а это значит, надо говорить. А я что сказала? А ты сказала, нужно. А сразу, да? Ну, блин, ну, я не он, извините, вот, начинаем. Че, какая у нас? Черепашки-ниндзя? Черепашки-ниндзя. Третий сезон. Третий год. 16-я серия. Да. Я права? Да. Ух ты. Молодец. Ладно. Тысячелетиями мы ждали этого дня. Полный парад планет нашей Солнечной системы. Нибиру. И это планетарное событие вновь зажгло искру силы внутри дремлющих кристаллов. Есть те, кто боятся, что этот парад вызовет небывалые бедствия на Земле. Но не парада планет следует бояться людям, а того, что случилось впоследствии. Черепашки-ниндзя с нами! Черепашки-ниндзя! Раз, два, три, четыре! Ниндзя! Это новый год! Ниндзя! Он за нас с тобой! Ниндзя! Кто же враг, тот друг! Ниндзя! Они сильнее всех вокруг! Черепашки-спей! Единоборство и подвластны! Для врагов они смертельно опасны! Три! Будут с нами каждый день и час! Четыре! Спасая мир, они спасают нас! Ведом страх, пусть ты пищит враг. По законам чистим, братья слово вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Черепашки-ниндзя с нами. Волны истории. Это очень просто понять. Продольный ряд из соседних 8 планет Луны и Солнца коллимируется внутри геоцентрического сектора и образует великий парад планет вместе с Землей. Пусть грейпфрут будет Солнцем, а Земля — третий орех от... Эй! Что стало с Землей? Что? А? Ну что? Ну, безмозглый. Ну да он. Эх, поностальгировать можно, да? Почему? Ну там 9 пончиков, значит 9 планет. А сейчас ты... Эх, когда-то было 9 планет Солнечной системы. Это ведь никак не повлияет на Землю, да? Да. Астрономически говоря, планеты слишком далеко друг от друга, чтобы возникло гравитационное поле. А это было случайно не землетрясение? Да. Может, в новостях что-нибудь скажут? По показаниям университетского сейсмографа, сила толчка 7,8 по шкале Рихтера. Интересно, у них только произошло вот этот вот толчок, и сразу в новостях уже вот эта вот штука бежит. Ну, ты видишь, как оперативно вообще работает. Не то, что... Через секунду буквально. Да-да, у них по всему миру просто камеры, они сразу готовы все просто показывать. Да-да-да. Судя по всему, эпицентр находится в 1000 миль к югу от Гренландии. Ученые считают, что, учитывая движение тектонических платформ, мы можем стать свидетелями рождения нового острова или даже субконтинента. Уровень воды в морях поднимается до опасных отметок. Нестабильность температур вызвала образование урагана, который достигнет восточного побережья через час. Это не имеет смысла. Наверное, есть какие-то другие факторы. Я говорил, надо было слушать парня с плакатом «Конец близок». И отключение электричества. Ну и ну. Класс! Весь город отключили. Ребят, смотрите. Камень загорелся, смотри. Этого не может быть. В кристалле не было энергии. Уже есть. Интересно, что этот камень последний раз, наверное, был уже... Ну, не знаю, во втором был или... В первом точно был, а во втором вот не помню. Короче, был давно, и он все это время лежал на столе, знаешь, выжидал момент. Ну, может, он что-то делал с ним, изучал Донателло как-то... В полке решил убраться и достал его. Ну, лежал и лежал, что тут... Ну, да. Он просто супер заряжен. Как? Я не знаю. Это как-то связано с парадом планет или...
Что? Это Плутон. Зачем нам Плутон? Ну, по факту. Или все дело в кристальной луне подземного города. Надо это проверить. И помни, Донни, ты обещал мне руль. Ладно, только не сломай коробку. Простите. Так, я предлагаю всем пристегнуться. Мы уже проходили эти тоннели. Забыл? Спокойно, спокойно! Тише! Тормози! Тормози! Что не так с пейзажем? Ух ты! Тут все очень изменилось. Да, тут кипит жизнь. Похоже, что весь город почему-то ожил. Вы слышите? Интересно, а наш другалёк, которого мы заморозили, он тоже ожил? Чё? Куда они летают? Кто они? Ну, вот эти корабли, это что? Ну, это... Зачем они летают? Тут и так маленькое пространство. Стражи вокруг города, может, это охраняемое это судно. Понимаешь, полиция летает. Интересно, сколько гостей у них приходит в год? Может, ну, в смысле, а внутри что, не могут быть преступники? Или это такси местное, знаешь, оно от одного конца города в другой конец города везет? Они говорят. А это вообще какие-то драконы? Они вернулись. А вот и он. Думаешь, это связано с тем, что произошло наверху? Разберемся. Простите, вы не подскажете... Эй! Они будто не видят нас. Они видят. Но им все равно. Кроме одного. Одному не все равно. Чудовища какие-то. Ну, вот эти вот кристаллики. А вот этим уже не все равно. Что это такое? Не знаю. Но судя по их виду, они нам не очень-то рады. Хотя, может, я ошибаюсь? Есть предложение. Да, выбьем из них всю магму. Супер план, Ра! Вот он, как бороться с монстрами из лавы. Вот так! Он расплавил мой кинжал! Стой! Нет, тут мы не выиграем. Попробуем другой план. Я назвал его «Спасайся, кто может!» Что еще? Бежим дальше? С каких пор мы так популярны? Мы в ловушке! Интересно, что эти лавовые существа проходят сквозь стену, а не ломают ее. Они же типа из лавы, я так понимаю. Ну да. Здесь дверь. Да, клетку. Плохо, очень плохо. Мы это исправим. Лево, лево. Вот именно поэтому я и спрашивал, зачем мы сюда возвращаемся? Я задаю себе тот же самый вопрос. Снова тот парень. Вам не стоило приходить. Я говорил им то же самое, но они не слушают. Нет.
мы не пришли бы сюда, но то, что заряжает кристаллы, разрушает наш мир. Не знаю, что ты задумал, но прекрати, иначе... Иначе что? Жалкие зверьки, это вам не подвластно. После 10 000 лет мой народ ждет расцвет. Или... Я сейчас думаю, что вот эти лазеры, они всегда должны прожигать насквозь, нет? Ну, это лазеры... Смотря какой силы? Нет, это не лазеры, которые, когда ты продвигаешь, они режут насквозь. Это электро... Ну, электрощит, типа. Как электричество, как, знаешь... Как заборы, типа. Да. Тяне снова будут править. Твой народ? Ты говорил, что выжил ты один. Что вы были мирными. Зачем это ложь? Тогда моя сила была мала. Вы были нужны мне, чтобы сохранить город. И я сказал то, что должен. Я не понимаю, что вы, илентиане, хотите сделать? Вернуть мир к тому, чем он был. Мы не позволим этому произойти. Это уже происходит. И вы ничего не сможете сделать. Вы станете первыми рабами нового порядка. На это уйдет целый месяц. Нет, слишком высоко. Что это? Снова монстры? Идемте, если хотите жить. Я хочу жить, а вы, ребята, вы... Повезло. Предательнице не нравится, и, видимо, она это за мир, и ей не нравится, что ее народ захватывает, типа, другие существ. Вы хотите? Все лучше, чем сидеть тут в заперти. Ладно, пошли. Но будьте начеку. Кто же вы? Почему спасли нас? Да, разве вы не с ними? Все прояснится. Идите за мной. Я илентианка, но не такая, как другие. Меня зовут Версалия. Мы должны остановить их. Остановить? Мы даже не знаем, как они делают то, что делают. Здесь, в палатке Хроник, вы увидите правду о прошлом. Не знаю. Последний фильм, что мы здесь смотрели, оказался ложью. Прошу внимания. Мы были разными. В давние времена илентиане безраздельно властвовали на Земле. Мы были первыми, избранными, и небеса одарили нас великими кристаллами, упавшими со звезд. Наибольший из них, солнечный кристалл, лежал на горе Тимиус, освещая весь континент. И последним даром небес был парад планет, который зарядил солнечный кристалл небывалой энергией. Энергией, которую мы берегли, чтобы построить величайшую, идеальную цивилизацию на Земле. Но мы, илентиане, так скоро и во многом преуспели, что поверили в свое превосходство над другими. Мы поработили невинных людей. А когда они не смогли выполнять работы, которые мы поручали им, сила нашего кристального солнца обратила их в мутантов, которые нам больше подходили. Они превратились в тех, кто приносил нам богатство морей. Монстров, которые возводили монументы и рыли каналы. А летуны охраняли небеса, не давая илентианам бежать. Тем илентианам, кто, как я, не разделял темного пути своего. Это этот? Как его звали-то? В чародейках. Как его звали? Чем темный ангел вот этот вот? Мэтт, а у Мэтта был его альтер-эго, которого звали Shadows, да, сюда? Да. Народа. Капец, жестко похоже. А затем восстание.
Один люди день, объединили свои культуры и напали на наш дом. Ну, это, конечно, битва такая, супер неравная. Они еще на средневековых кораблях, у тех уже космические корабли летают вокруг этот. Элентиане не ожидали этого. Я так понимаю, они хотят из людей, из мира людей сделать... Ну, опять... подчинить весь мир себе опять, типа. Так же, как у них было здесь. Да-да-да. Совет собрался в Звездной палате, чтобы принять ответные меры. Рабам было приказано обратить энергию нашего кристального солнца в самое разрушительное оружие. Но многие рабы... поддержали восставших в их стремлении положить конец жестокому правлению Элентиан. Сила кристалла обернулась против самого кристалла, и случилась катастрофа. Сказочный остров Элентиан затонул в океане. А как они так перевернули? Ну, у них же там крутилка есть. Подожди. Ну, вот, сила кристалла они... обернулась вот. Против самого... Этот кристалл, у того кристалла должно быть в этот кристалл, а от этого кристалла, ну, типа, туда, куда они стреляют. Ну. И они поворачивают, а почему здесь луча нет? А он уже зарядил этот камень. А, он и уже все, заряжен, да, типа, хватит. И все, хватит, да. У того кристалла и случилась катастрофа. Ну, типа, заряжает, и на 5 минут хватает, понимаешь? Сказочный остров Элентиан затонул в океане. Постойте! Сказочный остров Элитиан? То есть, элитиане были... Атлантида! Конечно! Как я сразу не понял! Вы из пропавшей Атлантиды! Невероятно здорово! Да. Круто. Быть может, лишь мы остались от нашей великой цивилизации. Лишь немногие из нас избежали гибели и взяли осколок кристалла. И хотя его сила почти иссякла, ее хватило, чтобы создать подземное убежище. Его назвали «Кристальной луной». Но и этот источник энергии стал иссякать. А без рабов элентиане оказались почти беспомощными. И тогда они решили погрузиться в кристальный сон до следующего парада планет, который... Вот такие вот, да? Типа выпендривали самые классные, самые крутые, а в итоге и без... камня и без рабов ничего сами не могут. Ясно все с ними. Мог бы зарядить его. Лишь один остался бодрствовать. Великий маг. Он должен был следить за городом, пока кристалл не зарядится. И вот сбылось предреченное высшим советом. Парад планет состоялся. Кристальная луна зарядилась... И Высший Совет решил поднять наш древний город из моря. А внезапные геологические изменения такого масштаба вызовут сдвиг континентов и потоп. Большинство людей погибнет. Это станет концом мира, не иначе. Надо остановить их. Может, усвоить урок истории и перекрыть кристальную энергию так же, как это сделали рабы? Похоже на план. За дело! Я могу найти призму, которая обратит течение энергии, но нам нужно пробраться в Звездную палату. Это будет непросто. Особенно, если там будут лава-монстры! Это элентианское оружие защитит вас от лавы. Если вы извлечете кристаллы из их тел этими копьями, лава-монстры исчезнут. Глаз, пора вернуть должок. Эти гады сожгли мой сай! За дело! Она, тут... так-то очень рискует. Почему? Оружие им дает. Ну, защиту. Она изначально была сильно против, видишь, она говорила, те, кто были против, пытались уехать из этого. Просто она не смогла, наверное. Так нечестно, у Донателло преимущество с использованием этого оружия. Где вот эти элендианские нунчаки? Ну, сай. Будут выкручиваться. Вариантов нет. Вы станете первыми рабами нового порядка. Пора поиграть.
Мое почтение просто. Вот это поможет вам обратить энергию кристалла. Да, спасибо. Так, прикол. Всем ясен план. И осторожно. Я не знаю. Мне такие черепашки даже больше нравятся. Они такие футуристические. Ну ты не можешь такие... понять, кто из них кто, не? Ну да, ну ты им бы, да, им бы рога разного цвета хотя бы замутить. Да, им в костюмы специально она такая. Мы к вам готовились? Да, да, да. Не, она такая, у меня есть этот, как это, колор называется? Колер. Как это вот, ну, капельки наливают краски в что-нибудь. Например. А, и смешивают. Да, да, да. Угу. В краску, например, вот белую наливают какого-то и разбавляют до нужного оттенка. Вот она такая, у нас случайно тут этот колер вот этот завалялся, можете намешать какого-то цвета. Гуашь есть, не хотите сами покрасить? Ну что ж, черепашки, вперед! Пока все плохо. Ух ты! Так, и где твое кристальное сердце? Хотя бы знаем, что работает. Ну, попробуем еще разок. Ух ты! Элитианское оружие. Не штурмуй без него палату. Эй, Раф! Что? Я очень толстый в этом одеянии. Майки! Ребята, попадание. Работает! Цельтесь прямо в кристалл! Ну и сказал, конечно. Да, его же так видно сразу. Реально. Проще сказать, чем сделать! Я разбил тебе сердце! Хорошо звучит. Так, теперь поищем твой кристаллик. Я тебя достану. 12-й проход чист. Молчи. Бегом. Я все пытаюсь их голоса различить. Кто есть кто? Да-да-да, чтобы понимать, кто что говорит. Нашей стражи нет. Сосредоточьтесь, остров должен подниматься. Я уберу помехи. Выкатывай ковер и собирай на стол. У тебя гости. Крутые. Вы посмели осквернить звездную палату. Глупцы, вам не совладать с моей силой. Мы знаем, и мы здесь не для того, чтобы драться. Да, мы пришли отвлечь тебя. Твой глупый ритуал мешает всему земному шару, но он закончится. Да. Вам удалось. Скорее, надо покинуть город. Да, конечно, он уже начал подниматься. Это никак не навредит? Ну, чуть-чуть поднялся, теперь вот здесь уничтожится. Ну, там либо шишка останется. Вдруг там цунами какой-нибудь начнется. Нет, там либо шишка останется, ну, либо уйдет под воду, ну, небольшую. Ну, будет небольшой цунами, что поделать. У нас нет энергии! Прыгайте! Удачи. Держись.
На волосок, но получилось. Мир спасен. Но я потеряла все, что у меня было. Да ладно, мать, ну к новому миру привыкнешь. Эн, ты 10, там сколько? 10 тысяч лет там в спячке своей была. Что ты там потеряла? Уже все забыла. Реально. Уже новую жизнь начинаем, все. Куда ты пойдешь, Версаля? Я слышала давно о других подземных городах, где элинтиане, как и я, прятались от Империи. Надеюсь, я найду их. Ну, если выйдешь на землю, зови нас. Прощайте, друзья. Доброй дороги. Чисто по пещерам буду ходить. Идем, сядем в тоннеллер так, и прочь. Тоже такая себе затея. Чтобы она найти кого-нибудь. За столько лет уже там, во-первых, все поменялось. Как она выживать еще умеет? Нет, они же привыкли к этим всем нанотехнологиям, которых кормят и рабам. Как она там будет выживать, пропитаться, туда-сюда. А я думала, они сейчас ей скажут, да давай у нас будешь жить, реально. У нас все живут. Реально, я так тоже думал. Отсюда. Майки, ты не за рулем. Дать мне повезти, это меньшее, чем вы можете искупить мое заточение в той пещере. Да перестань, Майки. Подумай о хорошем. Больше нам не придется сюда возвращаться. Да, так ты говорил в прошлый раз. И до этого, и до того, и до того, и до того. Ой. Такая вот серия вышла. Да. Получается. Прикольная, кстати. Ну, мне не очень зашло. А мне понравилось. Почему? Ну, из-за костюмов? Костюмы классные мне вообще зашли. И мне... вот эти лавовые... Ну, лавовые такие, а в целом... Ну, не, мне понравился лор. Мне вообще нравится этот лор вот этого города. А теперь его нам еще больше раскрыли. Он такой интересный, мне нравится. Мне интереснее ветки со Шреддером. Ну и нет, это вот, несмотря на то, что это такая филлерная серия, она интересная, классная. Ну я не знаю, можно считать филлерной серию, где развивается сюжет еще с того сезона? Типа... Ну это не основное. Для меня филлеры это все, что не основной сюжет. Основной сюжет для меня только все, что со Шреддером. Все, что с Шреддером не касается, это вот филлер. Не знаю, а мне нравится, как они это делают. Как они берут, сначала показывают там какую-то ветку, сюжеты начинают, ну, не сюжеты, как-то филлерные вот эти вот. Ну, у них же, типа, по три серии, например. И потом в следующих сезонах они возвращаются к этому, и не забывают об этом. Нет, мне опять-таки серия понравилась, и... Поэтому я не знаю, я бы не считала, наверное, это филлерными сериями. Хотя, кто знает. Напишите, если... Единственное, меня, знаешь, что удивило? То, что нам когда показывали сверху, где этот остров поднимается, он капец как далеко находится в океане за территорией Соединенных Штатов и за территорией Нью-Йорка. А черепашка как бы в канализации же там, в этом Нью-Йорке. Я думал, этот город находится где-то, ну, чуть поглубже в канализациях там. Ну, не так же далеко, это же вообще капец. Так они тогда-то опускались, помнишь? Типа долго? Долго. Просто... Ну, это... Не, ну понимаешь, как сказать? Меня больше смутило то, что у них показывают, что поднимается вот этот остров над океаном, а когда у них начало все разрушаться, как будто он вообще не поднялся. Как нет. Будто он был на месте. Нет, ну просто смотри, вот тоже. Для... Когда ты идешь вот по поверхности 100 метров, угу. Это тебя занимает там, ну, пару минут. А когда ты идешь, ну, минуту. А когда ты идешь эти же 100 метров в пещере, это может занять у тебя час, потому что пещера это вот, ну, такая вот там, на тудым-сюдым, uh-huh. Это все сложнее. Поэтому, может быть, и казалось, что они долго идут, но по факту это не так далеко. А чтоб вот так, как они в океане, это вот эта вот шишка начала возрастать, это там как будто, я не знаю, километров 1000. Там вообще супер далеко это. Не знаю. Вот, как-то так. Все? Да. Спасибо за просмотр, обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, ставь комментарий, как тебе серия, как тебе реакция, залетай в Телеграм, чтобы вообще не нонс, подписывайся на Бустер, они доступ эксклюзивы, и увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока.